7-летний мальчик, на которого в песочнице упал навес, до сих пор в больнице. Инцидент произошел на улице Крупской во дворе дома номер 19/3. В песочнице находилось несколько детей, но основной удар достался 7-летнему мальчику. О произошедшем рассказала его мама в одной из групп в соцсети. Мы зашли домой, я ему обработала рану, вызвали скорую. Скорая нас увезла в больницу ГБ-3. По снимку показала, что компрессионный перелом позвоночника под вопросом. Сначала упавшую конструкцию огородили, а когда проверку начал следственный комитет, грибок вывезли. Однако в управляющей компании «Левобережье», именно она обслуживает этот двор, заявили, что ничего о случившемся не знают, а потому реагировать на ситуацию не станут.